В эту субботу мы придумали идею ролика, и, знаете, я очень сильно удивился, когда мы решили снять его в понедельник, потому что оставался один день, воскресенье. И даже если вы снимаете каждый день такие ролики, это ужасно сложно собрать команду, сделать раскадровку, найти аренду света за один день. Мы практически не спали. Я очень рад, что мы это сделали. Проект получился интересным, и мы снимали целые сутки, мы проснулись в 7 утра, пришли домой в 10 утра. Но мы не хотели сделать обычный ролик, мы хотели сделать что-то новое, то есть рассказать в одной минуте большую историю. То есть мы относились к этому как к маленькому фильму. Мы снимаем в самом высоком жилом доме в Европе. Это квартира фотографа, и они встречаются на самом деле не в первый раз, но это первая их съемка. У них как бы начинается роман, даже, знаете, это какая-то игра. Он снимает на Hasselblad, и, знаете, есть один особенный кадр, когда мы встречаемся глазами. По-моему, здорово, что мы это сделали. Вообще вся атмосфера, и спальня, и тот кадр в ванной напротив панорамного окна с видом на Москву. Мне так нравится этот ролик, он очень красивый именно с точки зрения фотографии, он очень увлекательный с точки зрения истории и игры. Мне очень нравится последний кадр, когда она убегает, но при этом остается недосказанность. Вы можете сами придумать конец.